Здравствуйте, меня зовут Георгий Шагашвили, я московский джазовый гитарист, и сегодня мы с вами поговорим об игре ритма в стиле свинг. В предыдущем ролике я касался этой темы в общем, но сегодня я хотел бы объяснить некоторые очень важные аспекты, которые, как правило, без объяснения непонятны, если вы будете смотреть просто видеозаписи, как играют хорошие гитаристы свинговый ритм, вы можете очень многого не понять. Прежде всего, это касается специфики звукоизвлечения. Дело в том, что очень часто, когда люди начинают играть аккорды, они делают ряд типичных совершенно ошибок, первый из которых — это очень жесткий звук. То есть аккорд звучит жестко, примерно так. Если вы попробуете сыграть несколько таких аккордов, у вас получится не очень музыкальная история. Сейчас я вам покажу. Это типичная ошибка, и дабы ее избежать, нужно научиться делать несколько вещей. Во-первых, как извлекается аккорд? Аккорд играется в виде такого очень быстрого арпеджио. Чтобы оно получилось, это сначала нужно сделать медленно. Я вам покажу, как это. В чем особенность подобного способа извлечения аккорда? Прежде всего, это свободное падение руки. То есть руку мы не напрягаем, она практически свободно падает. А второе — это, время. Да? То есть где у нас, собственно говоря, доля, где раз. Так вот, доля у нас находится не там, где мы начинаем играть, а там, где мы заканчиваем, вот здесь. То есть мы играем все время так. Пам. 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 А это позволяет не только звучать аккорду мягко, но и самому инструменту успеть раскрыться. То есть его звук будет полноценный и насыщенный. Естественно, вы спросите, ну как же тогда это все сыграть быстро, это же невозможно. Совершенно верно. Для того, чтобы нам сыграть серию аккордов, нам надо сделать второе движение, то есть успеть поднять руку наверх для следующего аккорда. Выглядеть это будет вот так. Я показываю это немножечко утрированно, разумеется, чтобы вам было видно. Я очень надеюсь, что на камеру будет видно также, что в этом случае моя правая рука совершает движение по траектории, которая напоминает овал, эллипс. То есть вот такой вот. И я всегда стремлюсь как можно быстрее поднять руку, а не опустить ее вниз. А другой важный аспект в правой руке — это как вы держите медиатор. Очень важно иметь в руке такое пульсирующее усилие. То есть не надо все время его держать жестко, иначе у вас получится вот что. Это не очень приятно звучит. Более того, если вы так будете играть, вы очень быстро устанете. Поэтому движение, которое совершает, я надеюсь, в камере будет видно, ваши пальцы правой руки, я специально раскрыл руку, чтобы вам было видно, они вот такие вот. То есть, когда мы играем вниз, мы его сжимаем. Когда мы поднимаем руку наверх, мы его отпускаем. Итак... Тогда мы можем играть очень легко. Конечно, мы всегда можем его сжать сильней. Будет громче.
это то, что делает правая рука в основе. Что делает левая рука? Левая рука делает вот то, что я говорил про пальцы правой руки, тоже делают пальцы левой руки. Аккорд вы всегда плавно нажимаете. И точно так же, как в правой руке, в левой руке это можно сделать замедленно, чтобы был понятен сам процесс в деталях. Для этого мы берем аккорд и играем арпеджио, плавно нажимая и плавно снимая звук. Будет это выглядеть вот так. Как видите, даже своим телом я совершаю некое волнообразное движение. Такой же должен быть и звук вашего аккорда. То есть в виде некой плавной волны. То есть ваш звук появляется и плавно исчезает. Если это ускорить, у вас получатся плавные пульсирующие толчки. То есть это похоже на такую кошачью поступь. Пам-пам-пам-пам-пам. А как бы вы идете на таких пружинищих ногах, а не маршируете. Марш звучал бы вот так. А нам надо получить так. Вот. Это необходимые совершенно вещи для того, чтобы у вас получался ритм мягкий и музыкальный. Итак, давайте попробуем сыграть пьесу в очень умеренном темпе. Мы возьмем типичный студенческий джазовый стандарт «Sitting Doll» Дюка Эллингтона, «Атласная кукла», и попробуем сыграть ритм из этой пьесы, используя те приемы, о которых я говорил. Посмотрим, что у нас получится. Получается довольно мягко, довольно пружинистый ритм. Есть один очень существенный аспект. Если вы захотите это попробовать, сразу у вас может не получиться. И, в общем-то, дело вот в чем. Что когда вы собираетесь что-то сыграть, вы должны сначала себе это представить в голове. И здесь возникает очень большая сложность, потому что, когда вы слушаете записанную музыку, сыгранную красивым мягким звуком, джаз играется мягким звуком, как правило, вы пытаетесь воспроизвести само ощущение свое от услышанной записи, не всегда это получается адекватно. То есть вы начинаете играть и получаете совершенно что-то другое. Дело в том, что наверняка большинство из вас слышало про пресловутую триольную пульсацию. Сейчас я объясню вам, что это такое. Я специально выбрал пьесу в очень умеренном темпе, чтобы мы могли очень хорошо себе представить, что этот ритм в виде триолей. И триоли будут звучать у нас как та-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 та. Какое отношение это имеет к игре? Самое непосредственное. Дело в том, что если вы себе внутренне будете представлять ритм именно таким образом, он у вас будет похож по вашему внутреннему представлению на примерно вот такой ритм. Вот. Довольно энергичная штуковина. Но разница в том, что джаз
в отличие от блюза или рок-музыки, играется именно мягким звуком. И напряжение в основном создается внутри музыки, а не выплескивается наружу. Поэтому мы используем мягкие звуки, чтобы сыграть как бы именно по-джазовому. А внутри мы держим вот примерно такой ритм. И у нас получается вот так. Про себя я этот ритм представляю именно как та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да-та-да. Теперь касательно аппликатур. В левой руке. Когда мы играем на акустической гитаре, мы можем использовать столько струн, сколько нам захочется. Можем играть аккордами, которые используют все 6 струн. Когда мы играем на электрогитаре, очень часто бывает так, что первая и вторая струна звучат слишком ярко и немножечко портят нам мягкость звучание аккордов. Поэтому иногда следует избегать второй и тем более первой струны. Это дело вкуса, просто надо на это обращать внимание. Потому что аккорд, звучащий без второй струны, звучит значительно мягче, чем если бы он звучал со второй струной. И уж тем более все 6 струн. Это, в общем, такой существенный аспект. Следующий вопрос, который часто возникает по поводу джазового ритма, а как же сыграть в более подвижном темпе? Ведь триоли уже практически невозможно просчитать. Ну, допустим, мы берем четверти как... На самом деле от триоли у нас остаются ощущения. Вот это вот та-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 та. Если мы долго практикуемся в не быстром, умеренном темпе, мы постепенно привыкаем к характеру ритма. Когда мы потом начинаем играть быстрее, этот характер ритма у нас остается, ну или, по крайней мере, должен оставаться. Поэтому всегда начинайте с не быстрого темпа. В нем тяжело создать какое-то энергичное движение, но если у вас это получается, этот навык будет очень крепко сидеть внутри вас, и вы не потеряете триольность, когда будете играть поживей. Сейчас я вам просто покажу. Одно и то же. Сначала помедленнее, потом побыстрее. Естественно, я не могу просчитать так быстро триоли. Я могу их сыграть, но держать в голове такой быстрый счет я не смогу. Одним из важнейших аспектов игры ритма, аккомпанемента, является определение местоположения сильной доли. Это как бы специфика не только джазовой музыки, любой музыки, в которой присутствует постоянный ритм, необходимо очень четко понимать, где находится доля, особенно если вы играете с другими людьми, будь то солист или ваш партнер-аккомпаниатор, бас, барабаны, неважно. Для того, чтобы легко, ну или легче, скажем так, определиться с тем, где же все-таки начало такта, где первая доля, я советую всегда использовать счет, начиная с за такта. Если вы обратили внимание, может быть, кто-то обратил, может, кто-то не обратил, когда я, по-моему, показывал триоли, я всегда считал таким образом. Та-та-та-та-та-та, та-та-та-та-та-та. То есть я начинал не с первой ноты группы, а с третьей. То есть, если бы я считал словами, было бы
три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Дело в том, что это, этот затакт позволяет мне значительно спокойнее отнестись к тому, чтобы поймать сильную долю. Ведь когда у вас есть какое-то предварительное действие, вам легче определить, где точно находится то, что вам нужно. Это касается не только музыки, а всего вообще в целом. Когда вы играете подвижней, естественно, триоли, вы уже не просчитываете, но вы уже можете считать четвертями. Если сосчитать русскими словами, русским счетом, получится так. И раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два, три, и раз, два, три, и... Это значительно упростит задачу, и более того, вы будете спокойны, а если вы спокойны, то вы можете слышать других людей. Если вы очень волнуетесь и сосредоточены на тем, как попасть руками в нужную долю, вы никогда не будете слышать людей, которые играют вместе с вами. Это очень существенно не только, я еще раз повторю, для джазовой музыки. Играете вы рок, блюз или какую-либо еще музыку, где есть постоянный ритм, это будет работать во всех случаях. Если вы помните в начале ролика, когда я вам показывал медленное движение, самое главное, подъем руки наверх, я говорил о том, что если посмотреть, наша рука рисует как бы такой овал, эллипс. Так вот, когда мы играем быстрее, начинаем ускорять, наш эллипс должен немножечко менять плоскость. То есть он должен происходить не вот так вот по струнам гитары, а как бы вот в этой плоскости. Тогда вы получите возможность играть... Быстрее, быстрее. Потому что если вы все время играете в, как бы поперек струн, вот так вот, ваша рука просто будет зажиматься, вам будет тяжело. Разумеется, что это не единственный способ исполнения джазового ритма. И когда вначале я сыграл вводную часть, я показал некоторые оттенки, допустимые в исполнении джазового ритма. Сейчас мы о них поговорим отдельно. До этого мы говорили больше об исполнении такого классического американского свинга. И естественно, что многие из вас слышали про такой стиль, как джаз-мануш, где ритм довольно ярко артикулирован, то есть он звучит примерно как «у-а, у-а, у-а», все время изображая игру целой ритм-секции. И в этом случае нам потребуются некоторые дополнительные технические элементы, чтобы у нас это получалось. Ну, значит, начнем с самого начала. Если мы сделаем все, о чем было сказано раньше, но при этом попробуем сыграть с яркой артикуляцией, у нас получится, в общем-то, довольно тяжелый и не очень музыкальный звук. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Это звучит не очень хорошо. Значительно лучше будет звучать, если это делать вот так. Я улыбаюсь, потому что мне самому нравится, как это звучит. Дело в том, что если вы хотите использовать артикуляцию в ритме, вам необходим несколько иной штрих, который является полной противоположностью того мягкого и толстого штриха, о котором мы говорили раньше. То есть если мы наши как бы сильные доли играем арпеджированно, используя... практически всю нашу руку, как я говорил, это свободное падение предплечья,
мы занимаемся только подъемом руки. То, чтобы играть ярко выраженные слабые доли, нам требуется очень быстрый, очень хлесткий штрих. Естественно, всей рукой целиком вы не сможете сыграть быстро. Она очень тяжелая и большая. Поэтому мы используем только вот эту ее часть, кисть. И у нас получается... А вся проблема, как правило, состоит в том, чтобы скомбинировать два разных штриха. Типичная ошибка, которая возникает, когда люди пытаются это делать, это чрезмерная размашистость. Потому что движения разные. Естественно, контролировать одно за другим — это практически невозможно. То есть одно такое, другое такое, одно другое такое, такое... головы человеческой на это не хватит. Вам же еще надо зажимать какие-то аккорды еще. Они должны пульсировать. Что же делать? Делать нужно следующее. Для начала попробовать сыграть вот какую штуку. У нас размер 4 четверти. То есть в доле у нас, в такте у нас находится 4 доли. Как бы в конечном итоге мы должны сыграть, чередуя первое, второе, третье, четвертое. То есть сильное, слабое, сильное, слабое. Как правило, если сразу начать это делать, то ритм начинает разваливаться. Слабые доли начинают отставать от сильных, и у нас размер получается не 4 четверти, а 2. Я сейчас еще раз покажу, как это получится, если просто наброситься и сразу попытаться все сыграть. Если попытаться просчитать то, что я сыграл на 4, это получится как та-та-та-та-та-та-та-та. Вот так делать нехорошо, не нужно. А как же научиться делать так, чтобы все 4 оставались на месте? Для начала артикулировать надо только одну долю, четвертую. Это потребует какого-то времени, практики, но, тем не менее, это приносит очень хорошие результаты. Это очень известная практика вообще в джазовой музыке, когда вы акцентируете только четвертую долю. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть. Мне очень хорошо слышно, ровно или неровно я играю четверти. То есть не валятся ли они у меня. Когда вы добиваетесь более-менее стабильной ровности, вы тогда можете перейти к ритму, где вы чередуете сильная слабая доля, артикулируя каждую слабую долю. И как упражнение лучше всегда делать так. Сначала вы начинаете играть, и сначала вы артикулируете четвертую долю, а потом, не переставая играть, вы артикулируете вторую, четвертую долю, а потом возвращаетесь к артикуляции четвертой. Ваша задача, чтобы ваши четверти та-та-та-та-та-та-та шли ровно. Сейчас я вам покажу. Такое вот упражнение, которое позволит вам развить ровность и хорошую артикуляцию в ритме. Разумеется, если вам хочется этого, если вам это нужно. Следующий очень важный аспект, очень частый вопрос. А вот надо ли играть под метроном? Ответ, как водится во всех сложных вещах, которые делает человек, двойственный. И да, и нет. Сейчас я поясню.
Дело в том, что если вы сразу будете пытаться играть под метроном, вы не будете слышать, что вы играете. Вы будете слушать метроном. Поэтому для начала старайтесь играть без метронома, добиваясь того, чтобы на ваше ощущение, на ваш слух, ваш ритм был бы ровным. Если вам кажется, что он ровный, тогда включите метроном, и вы услышите, правы вы или нет. Если вы развиваете свое внутреннее чувство ритма, тогда вы сможете играть с метрономом, не подлаживая то, что вы играете руками под метроном, то есть как бы его догоняя, а свой внутренний ритм подлаживая под метроном. То же самое будет происходить, когда вы будете играть с другими людьми. То есть вы свой внутренний ритм будете подлаживать под внутренний ритм другого человека, а не пытаться руками и звуком его догнать. Потому что на все требуется время. Вы подумали, это пока дошло в руки, вы сыграли, инструмент отреагировал. И если стартовая точка находится как бы вы услышали, а потом начали, потом все это произошло, вы опоздали. Если у вас идет внутренний ритм, и вы целиком этот внутренний ритм смещаете быстрее либо медленнее относительно другого ритма, то тогда все вот эти процессы у вас начинаются заранее. Ваша голова начинает работать чуть-чуть раньше, и вы будете успевать. Одним из важнейших аспектов игры ритма на электрогитаре, как было сказано в предыдущем ролике, является нахождение правильной точки на струне, чтобы наш звук не был бы чрезмерно агрессивен или чрезмерно матовый. И сейчас я вам покажу примеры, а потом дам некоторые пояснения. Я передвигал руку одновременно с этим, всегда контролируя такой момент, что движения моей правой руки должны быть свободны и органичны. То есть не должно быть механистичных ударов. Дело в том, что струна имеет большую жесткость у подставки, меньшую у грифа. Поэтому если вы будете с той же силой играть, как у подставки на грифе, это будет звучать очень немузыкально. И наоборот, если вы будете с той же силой, что на грифе, играть у подставки, возможно, звук будет очень маленький, куцый и очень невнятный. Но при усилении и ослаблении звука всегда необходимо контролировать органичность и плавность движения всей правой руки, чтобы не получалось вот так. Еще многие гитаристы спрашивают, особенно которые интересуются стилем джаз-мануш, необходимо ли все время играть форшлаг. Форшлаг — это вот какая история. Если мы играем просто четверти, это звучит как... Можем добавить вот такой элемент. Дело в том, что на эту тему есть разные мнения, и классический свинговый аккомпанемент не предусматривает постоянного форшлага. Вы можете его использовать иногда, если хотите. В стиле джаз-мануш использование форшлага, конечно же, желательно, но, опять же, если вы играете очень громкий аккомпанемент, на электрогитаре этого делать не нужно, это делается только на акустической гитаре, то форшлаг, конечно же, расширяет тембр вашего инструмента, просто больше звука становится. Если вы играете на электрогитаре или вообще играете негромко, то использование постоянно форшлага, в этом нет никакой необходимости. Единственное, что хотелось бы сказать, если вы играете форшлаг, научитесь играть
его вот таким способом. То есть у нас есть аккорд, который мы играем ударом вниз. Если мы используем форшлаг, хотим сыграть форшлаг, то нам надо научиться играть его и левой рукой тоже. То есть зажимая аккорд чуть-чуть раньше. Я вам сейчас покажу, как это будет, если я этого не сделаю, и что будет, если я буду это делать. Мой звук становится значительно жирнее, больше и толще. Если этого не делать, как это было в первой фразе, то будет... Я не говорю, что это хуже, но можно играть и так, но желательно уметь сыграть и форшлаг, то есть короткий удар наверх перед сильной долей вместе с... Вместе с аккордом. В заключение хотелось бы сказать такую вещь, что, конечно, ритм-гитара не является очень популярным инструментом у нас в стране, но если это делать хорошо, это приносит очень большое удовольствие и вам, и людям, с которыми вы играете. И солистов много, и всем нужен аккомпаниатор. Поэтому, если вы хорошо аккомпанируете, с вами будут хотеть играть. Удачи! Не сдавайтесь, занимайтесь, практикуйтесь, у вас все обязательно получится. И напоследок какой-нибудь веселый фрагмент для настроения.